Ба, старый знакомый, прости меня, познали, где щегольский вид. Помятый брит, прикид несвежий, но это правда, ребята, вежливый волк голодному бросит кость, кость моего отца, мой кость. Ты нас не бойся, подходи к костру, что ты у нас потерял? Не мою ли сестру? Нет. Нет, не ответ, ну а мы люди не гордые, как там в полисе вижу закислые морды. Где ба? С вашим тираном идет политес, заминает неприятнейший ночной эксцесс. Компромисс для него естественен, но не для меня. Так это был ты? Не зря тебе дали ученую степень, да давай раскладываешь. А не только девицам звезды показываешь, а? Зачем ты это сделал? Затем, что ваша религия привилегии. У вас нет другой тактики и стратегии. Ваше божество потребление. И ему поклоняется целое поколение. Браслеты основа вашей морали. Ну и кем вы стали, когда их отобрали? Кем? Растерянным стратом. Скажи, кому это надо? Кто дал тебе право судить об этом? Кто тебя назначил мессией? Ты там не жил, умей свой пыл. Не лезь, куда не просили. Уж хотел вас бросить. Совершенно морально пустое. Посмотреть, кто чего стоит. Я это спичка. Мир это порох. Я стою за две крайности. Этот мир рассечен разломом. Не сольются вода и масло. Просто и платина. Человечество, которое надо на скрыть. Ты что ли скроешь? А будет надо и скрою. О, это не сложно. Я осторожно. С кем-то не ложью, там делать нужно. В этом мире устройстве новом. А дело уже разошлось со словом. Ты украл, купом сорвал. И все свалил на другого. Кто виноват? Еще под вопросом. И это только начало. И конец балагана.